Одна из самых известных работ Андропова написана им в тот жизненный период, который современники охарактеризовали как период угасания таланта художника. Несмотря на критику, живописец продолжал упорно работать, что принесло свои плоды. Портрет Петра I был по достоинству оценен как коллегами Алексея Петровича, так и его покровителями. Картина предназначалась для синодальной палаты. В то время церковь прочно укрепила свои позиции в государстве, и Петр I, подтверждая звание великого реформатора, решил упразднить институт патриаршества и образовать священный синод, уравненный в правах с сенатом. Одной из главных целей этого преобразования было изъятие у церкви львиной доли финансов на государственные нужды, в особенности на укрепление любимой Петром флотилии. Композиция полотна отличается строгостью, много внимания уделяется светотени, которая подчеркивает объемность предметов. Художник использовал все необходимые атрибуты парадного портрета. На полотне изображен стол с царскими регалиями, тронное кресло, классическая колонна и не менее традиционная драпировка. Открывающийся из окна вид на Петропавловскую крепость за спиной царя служит намеком на основание Санкт-Петербурга и преобразование России в империю.